Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Castle Clash поднадоела она, но решил все-таки зайти позаснимать, посмотреть и рынки, и поговорить по поводу обновления. Есть опять еще дополнительные новости, уже на английском сервере написали, ну что новый игровой режим будет супер-мега сложным, то есть он будет не очень легким, скажем так. Также у нас дополнительно будет герой все-таки на день замковладельца, то есть они вернут героя, посмотрим, как это будет, будут ли его давать повторно каких-то героев. Я бы хотел, честно говоря, чтобы они даже сделали в эти вот, которые они не давали героев, просто дали повторно тех героев, которые многие не получили. То есть давали дополнительно героев, тех, которых даже уже были. Это был бы тоже однозначно плюс для новичков. Ну, в общем, пообещали. Сейчас я даже прочитаю, как они тут нам сказали. День благодарения. А, это на день благодарения они дадут возможность получить героя в игровых заходах. Отримати героя на безкоштовних ігрових заходах. Ну, это по-украински перевел. Поэтому вы не должны пропустить именно День Благодарения. Посмотрим. То есть новый герой будет на День Благодарения. Так написали. Такс. Будут корректировать титулы. Ну, посмотрим. Посмотрим, короче, что это будет. Также дополнительно ребята поскидывали по поводу атаки фортов. Инфу, что атака фортов, скорее всего, возможно, будет каждую неделю, каждые выходные. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, это интересно. С другой стороны, хотелось бы, чтобы они саму локацию изменили, по-правильному ее сделали. Они, даже пусть будет две недели, лишь бы она была правильной и интересной. Посмотрим. Ну и, возможно, там еще будет изменено снаряжение. Не знаю, я... Пока, честно говоря, атакой фортов не интересовался даже. Это такое, неинтересное она уже стала. Помимо этого, самое интересное, что должны добавить новую волну АЛ. Нахрена вопрос, для чего вы это делаете, если в реальности вот АК-4 пацан просто тупо задротит, я хер забил. АК-3... Прошло там 4-5 человек топового, ну, одного из топовых на АИСе, там еще ребята с топовыми АКами. Все, остальные АК-2 это потолок, АК-1 не могут пройти, ну это бред. Они сказали, что будет АЛ волна следующая. Нахрена она нужна вот реально? Тут эту волну, просто понимая, что твоих прокачек просто не хватает, они уже решили запилить. Также нам кинули супер пэта. Сейчас я гляну. Сейчас, если найду картинку, загружу. Ну, хотя там, в принципе, ничего не видно. В общем, будет новый супер пэт. Нахрена это тоже непонятно, потому что у нас супер питомцы, они и так уже качаются очень сложно. Вот у меня один только 35-го без прокачки скилла, второй только докачивается. Ну, смотря, конечно, какой сервер, на немке можно. Третьего я даже не качал. Они еще четвертого добавляют. Про обычных я вообще ничего не говорю. Они просто вот как были, так и остались. Я их даже не начинал качать. То есть, по сути, еще один очередной бред. И нахрен оно надо. Вот супер питомцы — это обалденная тема. Это еще один дополнительный герой. Он мега усиляет. Ну нахрена тогда вопрос, нахрена вот эти вот все питомцы, вот это вот все, нахрена тогда? Это все полностью получается частично дичь. Ну ладно, для битвы гильдии, остальные надхилы, они беспонтовые уже. Там для урона еще некоторые более-менее, хотя толку от этого урона, если там урона можно наролить, блин, в 3 раза больше для самого героя базовую стату. А на процентуальном будет еще круче. То есть бессмысленно, вот реально куча бессмысленных вещей, которые добавляют. Не знаю, чем это закончится, но они обещают опять очередные мега-мега-супер-вау изменения, которые, я думаю, закончатся опять же чисто на донате, донатным вливанием. То есть,
Пока неизвестно. Окей. То есть такие вот новости. Волна, новый супер питомец, по атаке фортов, ну, более-менее интересно, ну и плюс на День Благодарения дадут героя все. Вот так вот. То есть это будет второй или третий герой, первый, второй будет однозначно за пыльцу, либо донатным. Либо они сделают его опять же в острове, типа он бездонатный, можно же собрать. Так, что у нас сегодня по рынкам интересного? Мэри дешевеет. Ничего такого интересного нет сегодня, что-то они. Спрингвилл. Тоже ничего интересного нет. Коллекционер на английском. О, вот опять этот коллекционер жесткий. Вот этот мне коллекционер нравится реально. 100 слизней, жалейки. Два мешка зефира, хранитель. Девятая, за этого даю десятку. Давайте попробуем сейчас вытащить что-то интересное. Суккуб. В принципе, можно было за ЗПшки пароли. Сейчас мы это и сделаем. Смысла нету сливать самоцветы. Мне, по сути, эти итемы ничего толкового не дадут. Но героя, как видите, вот мы выбили. Даже мы ее так выбили уже. Вот, вуаля. Плюс 4 героя, опять же, можно прокачать. Так, окей. Поехали на немецкий сервер глянем. Пробежимся, что там есть. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но идея с волной АЛ это реально бред, суперпэт это реально бред, атака фортов тоже считаю, это хрень, это не то, что надо делать. В общем, если разобраться, следующая обнова опять ни о чем. Такс, что у нас тут? У нас ничего, здесь заберем наградку. Андреич там обратно скидывал, сейчас гляну, базар, рынок, тут рынок, как обычно, топчик. Так, что у нас тут упало? Карта на Team Dungeon. Так, понятно. Вот видите, 6 осколочков некросика. Вот, пожалуйста, тыковка. Тыква у нас вроде здесь есть или нету? По-моему, не помню, на каком сервере у меня тыковки не было. Вот так вот, ребята. Можете меня поздравить. У нас есть тыква. Охренеть, просто с бесплатки. Это просто топовый сервер. Вот так вот, просто имба с бесплатки. На бездонате немецком. Вот посмотрите, что дают бездонатам на немке. Какие плюхи, книги. За один самоцвет. Хоть и первые сундуки, все равно это топчик. Сейчас попробуем открыть, а вдруг карта вылетит. За 5к. Ну вот это вот реально кайфовый сервак. Немка тащит, ребят. Так. Вот тут 800 печенье продают. Вот это кайф. Правда, оса там ни о чем это. Так, ну за один сам плюхи, я вам скажу, довольно-таки неплохие. Продают. Срань. Она мешает. Открыть. Чик! Мне не дает. Что-то откроем это сначала. Карта, нифига себе. Ну нифига себе. Анубис, ребятушки, Анубис, я не знаю, есть он здесь или нет. Это просто трэш. Я, по-моему, здесь его или забирал, или не забирал. Это охренеть, ребят.
Насколько на немецком офигенно собирать и героев, и аккаунты. Так, я не помню уже, где там. Просто жесть. Можете меня поздравить, поставить лайк, ребят. Две. Я считаю имбы, потому что Анубис это имба. Для бездоната и тыковка это герой, без которого нельзя проходить локации дальше многие. Короче, два топовых героя просто получили на халяву. Вот так вот. Для подземок на этом аккаунте уже все есть. Так, окей. Поехали дальше. Поехали еще русский сервер. Глянем, что на русском сервере сегодня есть интересного. Карта богатства, подарки Авиара. О, смотрите, добавили сюда Мэри. Добавили у нас сюда Мэри. А что по этому? О, накопление хоть какое-то. Сундуки, Анубисы, ничего себе. И Мэри 100 осколков за большой пак. Но это вообще выгодное предложение. За 100 баксов можно собрать Мэри. Вот так вот она дешевеет. Поближе к обнове, я говорил, она будет еще дешевле. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.